Брысь. Где куколки? Куколок я отравила цианидом и замуровала в стену. Зачем? Потому что я ненавижу, когда мне мешают и вмешиваются в творческий процесс. Таких я отстреливаю. Это я тебе на будущее говорю. Пап, сегодня день рождения. Поздравляю. Ты должна прийти. Это с чего это? Я на свой не всегда хожу. Муся! Муся, сколько раз я просила не устраивать аудиенцию в рабочие часы? Это так сложно запомнить? Ну, выпишите Дворецкого из графства Нортумберленд. Он проследит. Лучше вышибалу из борделя. А вышибалу вам дороже выйдет? Дороже всего мне обходишься ты. Займи, пожалуйста, чем-нибудь это маленькое чудовище. Поиграйте в покер или почитайте Декамерон. Малыш, посиди внизу. Я сейчас. Бредятина какая-то. Что, с любовной линией заток? Откуда ты знаешь? Откуда? Элементарно. Вы третий день никуда не выходите. Вчера от ужина отказались. Просили у меня сигареты. Я не курю. Вот именно. Это первый признак того, что вы пишете любовную сцену. Знаешь, почему я выбрала детективный жанр? Потому что там не нужно прописывать любовную линию. Ну, разве что как мотив. Можно использовать и то сомнительный. Не знаешь, как выкрутиться, вали все на любовь. А сейчас? Не знаю, как выкрутиться. Хватит! Хватит сидеть в четырех стенах! Ну, идите развейтесь и навестите аборигенов. Они меня ненавидят. Это же прекрасно. Совершите глупость какую-нибудь, дурь. Глупость и дурь, Муся, это твоя прерогатива. А наш доктор очень милый. Нет. Симпатизирует вам. Еще симпатии сельского докторишки мне не хватало. Я же просил тебя никуда не отлучаться. Спасибо, что привели. Что вы здесь делаете? От дождя прячусь. Я пришла за таблеткой от головы. День рождения. А я и забыл. Ну, значит, в другой раз. Хорошо? Так. Я обычно пристегиваю день рождения к Новому году или к Дню дурака, чтобы два раза не вставать. Угу. Инструкцию читайте. О, спасибо. Читайте. Что это? Думаю, подарок. Парацельс, книга алхимии, дореволюционное издание, библиографическая редкость. Спасибо. Неловко получилось. Получилось, как обычно. Майя только расстроилась, но это не страшно. Да поймите вы, сейчас самое главное – ее безопасность, а остальное не важно. Что, ей что-то угрожает? Это старая история. 20 лет назад здесь была зверски убита одна девушка. А теперь ее убийца отсидел свое и вернулся. Семен, младший брат Варвары. Варвары? То есть сам? Да. А я про это не знала. И не узнали бы, если бы он не вернулся. И никто не знает, что у него в голове. Павлундер! Пашка! А ты глянь на него! Вырос-то как, а обнажал здорово! Пашка, привет! Привет, дорогой! Привет! Послушайте, мне очень знакомо ваше лицо. Где я мог вас видеть? Лазурный берег? Аукцион Сотбис. Регата, Сидней Хобарт. На самом деле, я сидела на задней парте окна и была в вас тайно влюблена. Агат. Матвей. Красавчика зовут Леонид, это его жена Ольга. А я Настя. Да. А ты, наверное, Майя. Майя. Майя моя дочь. Если бы я знала, что здесь живет такая чудесная девочка, я бы взяла с собой Тусю. Кто такая Туся? Ну вот ты папина дочка, а Туся мамина. Ей почти 7 лет. Мне тоже 7. Я уверена, вы бы подружились. Она осталась с папой? Нет, с бабушкой, потому что Тусин папа очень далеко. Так далеко, что нельзя приехать? Можно, конечно, но, наверное, в этом уже нет никакого смысла. Я что-то не то сказала? Здесь все что-то не то говорят. Остров такой.
Послушайте, 20 лет не виделись, а? Поэтому всех вечером приглашаю на борт счастливчика. Вы, кстати, тоже приглашены. Нет. Меня даже в бассейне укачивают, так что на твою яхту я больше не ногой. Пашка, есть у тебя что-нибудь здесь приличное, чтобы отметить торжество? Все-таки я не могу взять в толк. Вы патентованный мизантроп, социофоб, человек ненавистник. Для вас трое уже толпа. Двое. Один. Зачем вы пригласили сюда всех этих людей? Но они вам даже не знакомы. Из-за тайны. Опять. 20 лет назад здесь, на острове, произошло убийство. Убили девушку, и она как раз из их компании. Я хочу услышать историю с первых уст. Это без меня. А ты куда? К Потапу. Договориться насчет завтрашнего катера. У меня через 4 дня переговоры с французскими издателями. Вы забыли? Забыла. А, забыла тебя предупредить. Убийца сейчас здесь, на острове. Что? Только в обморок сразу не надо падать. Он легально на острове отсидел, вернулся. Это младший брат Варвары. Пашка, сколько ты уже здесь? Ничего, что я здесь хозяйничаю. Так я еще буду тарталеткой. Ради бога. А? Вот и селёдочка под шубу. Вот за отличное шампанское. Берёг его для своих прощелык. Инвесторов, так. Но да черт с ними, вы важнее. У нас край суровый. Родился тост. Так, тост, Мотя говорит тост. Немного пафосный. Все мы, за редким исключением, знакомы уже 1000 лет. Еще со времен нашего славного колледжа для особо одаренных. Да, это мы. Я не иронизирую, он так и назывался. Колледж для одаренных детей – это естественные и точные науки, да, плюс музыка, плюс спорт, минус я, у которого никаких особенностей нету, но который, несмотря ни на что, стал фартовым продюсером и владельцем нескольких производящих компаний. А в планах еще… А в планах еще поздравить именинника. Мотя, это не ты. Понял, исправляюсь. Я хочу выпить за самого умного, самого талантливого. Павлундер, за тебя. Академия наук все еще не теряет надежды. Помни это. Ура! Пашан, за тебя! Ура! Ребята, внимание! Все приготовились? Ну, что там? Сейчас. Так, держите, давай. Так, лучше спроси, как я их сократила. Смотри, я уже тогда был крут. Узнаешь? Ого! Махали, да? Здорово, правда? Не очень. Как-то получилось. Все мне изменились. Да. А это вот. А я тут не очень получилось. Ты посмотри на нашего. Началось, да. Мася, держи себя в руках. Все под контролем. Так, возьми у меня лук, я не могу это есть. Забирай. Не меня ищете? Нет. А я, кажется, нашел то, что искал. Хочу купить права у вас на этот роман. Вас уже экранизировали? Пытались. И? Я бесперспективный для продюсеров. Ну, я тоже продюсер, и у меня нюх на кассовые проекты. Хотите проснуться знаменитой? 10 лет уже как просыпаюсь, хоть не ложись. Так и знала. Что вы здесь окопались? Не помешаю? Нет. Да. Давно не видела такой красивой пары. Мне кажется, вы несколько опережаете. Ну, разве что самую малость. Ну, вообще-то я не вас имела в виду, а не вас двоих. Хотя вы, Агата, очень симпатичная женщина, мне нравитесь. Поэтому дам вам совет. Держитесь подальше от этого кобеля.
Моть, извини, но ты кобель. Ладно, артистки, святое дело, но ты даже этих не пропускаешь. Сериал «О чем молчит болотная выпь». Агата, извините, пойдем, я отведу тебя к мужу. Скажите, а кого вы имели в виду, когда сказали «красивая пара»? Пашку и Настю, конечно, кого же еще? Школьная любовь не ржавеет. Пойдем, пойдем. Ленчик! Леня! Я забыла, какой здесь воздух. Какой здесь вообще все. Какой ты... Ты же совсем не изменился. Настя, я изменился. У тебя такая хорошая дочь. Авундер, можно тебя на минуту? Есть разговор. Я тут постою. Если ты насчет писательницы... Нет, это, конечно, тоже важно, но я о другом. Ты когда намерен все рассказать? Что все? Ну, то, о чем написал в письме. По поводу новых обстоятельств в деле об убийстве Вероники. Или это прикол такой? Чтобы старые друзья собрались вновь и вместе отметили дары. Если прикол, то он очень жесткий, хуже не придумаешь. Какое письмо? Я не понимаю. Мне в головной офис пришло письмо от Павла Дыма, то есть от тебя, в котором ты просил, чтобы я собрал всю нашу компашку, и мы приехали сюда, так как открылись новые обстоятельства в том старом деле. Я ничего не писал. И где это письмо? Я на яхте. Так надо было взять. Слушай, а если не ты писал письмо, тогда кто? Я в порядке, ты задел. Что случилось? Что такое? Пришла пора сыграть в старую игру, но на этот раз по моим правилам. С. Все хорошо. С? Я знаю, кто здесь всех собрал. Это Семен, убийца Вероники. Что ты такое говоришь? Не пугай ребенка. Ничего, я не боюсь. Папа все равно бы вас спас. Это было бы чертовски приятно. А мне было бы чертовски приятно. Побыстрее убраться из этого проклятого острова. Ленчик, хватит пить. Так, сегодня переночуем в гостинице, а завтра соберем вещи. И когда у вас первый катер? Не будет катера. А? Застрял на большой земле со вчерашнего дня. Плевать. Плевать на катер. Как приплыли сюда, так и уплывем. Мотя, ты же нас отсюда эвакуируешь, а? Вообще-то у меня были другие планы. Так значит, они должны измениться после послания этого психопата. Ты с нами? По крайней мере, до гостиницы. Мы вас проводим. Я и Майя. Ленчик, мы уходим. Жду вас на яхте. Иди собирай вещи. 15 минут на сборы хватит. Встречаемся в холле. Я остаюсь. С ума сошла. Следующий гарпун может прилететь кому-нибудь в голову. Если ребята в опасности, я лучше с ними останусь. Вот где она?
И что там случилось с катером? Да давно пора эту рухлядь в утиль сдать, но Потап не сдается. Мотор вот перебирает. Когда это кончится, неизвестно. Какой-то звук. Что? Слышали? Здесь кто-то есть. Дверь вышибить сможете? Где Маруся? Я не знаю. Должна была к вам прийти и про катер спрашивать. Она не приходила. Это сделал Семен. Варвару мы знаем. Глупо отпираться. Он несчастный человек. Отсидел 20 лет ни за что. Он вас в этом убедил? Мой брат хочет справедливости. Справедливости? Значит, связать вас – это справедливость. Заманить всех в ловушку. Письма отправлять. А это вы про то письмо? Это я отправила. Когда последний раз была на большой земле. От моего имени? Семен попросил. Он хотел во всем разобраться. Понять, что тогда на самом деле произошло. Ладно, успокойтесь. Все, успокойтесь. А вы хорошо его знали, Семена? Почти не знал. Когда я уехал с острова в колледж, мне было 13, ему лет 9-10, обычный мальчишка. Вы что, не местный? Ну, я просто уехал, а потом вернулся. Смотрите. Вызван в управление. Просьба в мое отсутствие закон не нарушать, Тарас Лукаш. Как-то неожиданно у шерифа на материке дела появились. А если это одна и та же история? Если было поддельное письмо, почему не может быть поддельного вызова? И рацию этот психопат взломал. Старая игра. Придется играть по его правилам. Вы серьезно? А, что произошло в ночь убийства Вероники? Мы приехали сюда, на Ивана Купалы, той компании, которую вы уже знаете. Разбили палатки в лесу, переночевали. А утром выяснилось, что Вероника пропала. Ее нашли на берегу, в сарае Семена. Множество ножевых ранений. Этот сумасшедший обрезал ей волосы. Нож, орудие убийства, нашли там же. А на ноже обнаружили отпечатки пальцев Семена, так? Так. Убийство было раскрыто по горячим следам. Убийца получил максимальный срок. Потому что улики так и прыгали в руки следствия. Потому что Семен из обычного, хоть и нелюдимого парня, превратился в настоящего психопата. Он был помешан на Веронике. Видели бы вы рисунки, которым была увешана его хибара. Вот тогда бы вы все сами поняли. Кто еще был помешан на Веронике? Желающих хватало. Ну, что об этом теперь вспоминать? Что случилось? Меня прислали сюда сердобольные островитяне. Яхта пропала. Все-таки по его правилам. Плачет. Нет, она не плачет. Русалки поют, когда хотят забрать.
Муся! Муся, это ты? Маруся, нет. Вы кто? Вы знаете, кто я. Аккуратно. Не ровен час такой штуковины череп можно проломить. Где Маруся? Маруся в надежном месте. Я ей ничего не угрожает. Пока. Пока? Я слышал, что вы специалист разгадывать старинные тайны. Мои способности слишком преувеличены. Вы немедленно отпустите Марусю. Условия. Тесолью! Какие условия? Помогите мне. Найдите настоящего убийцу, Вероники. Тогда я верну вам Марусю. Почему я должна вам верить? Потому что у вас нет выбора. Как и у меня. Сутки. Время пошло. Это невозможно. Без меня вам Марусю не найти. Это мой остров. Почему же он вас не защитил? А он не обязан. Не лучший способ доказывать свою невиновность, держа заложника. У меня не было другого выхода, и 20 лет это прекрасно доказали. Расскажите все, что знаете, помните. Про ту ночь? Да, если это была ночь. Это было утро. Я обнаружил ее в мертвых сетях. Она улыбалась, у нее была такая улыбка, как будто ей легче стало. Она что, была до этого чем-то расстроена? Я встретил ее одну в лесу. Она никогда не ходила одна, все время была с компанией. С компанией приезжала, с компанией уезжала. Вот с этими, которые сейчас здесь шарятся. И врач тот тоже был. Так и... Я никогда не решался к ней подойти. И тогда бы не подошел, если бы она не окликнула. Она сказала, что я такой милый. Как я не хотел быть таким милым. Ведь милым от нее всегда очень доставалось. Как? Тому самому человеку. Какому человеку? Ну, тому, с кем она поссорилась. Вы знаете, с кем она поссорилась? Я не знаю. Она сказала, что она сделала ему очень больно. Больно дорогому ей человеку. Я взял ее за руку и увел ее в тот самый сарай на берегу реки. Мы были вдвоем. Она успокоилась и даже заснула. Я ушел в море для того, чтобы наловить рыбу нам на завтрак, а когда пришел. Она была мертва. И волосы у нее были обрезаны. Она сама себе обрезала волосы. Почему вы думаете сама? Я не знаю, почему ей никогда не нравились ее волосы. Она у меня ножницы спрашивала, я ей не дал. Сказала, что если она это сделает, то это будет просто преступление. У нее были такие волосы. Это все? Да, это все. Найдите того убийцу. Он вам точно расскажет больше, чем я. Thank you.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вам можно задать несколько вопросов? Вы хотите что-то узнать о Павле? С чего вы взяли? Расскажите о Веронике. Не по адресу. Не хотите вспоминать? Даже если бы хотела, все равно ничего бы не вспомнила. С кем она ссорилась в вечер своей смерти? Она с кем только не ссорилась. Ссорились из-за нее, чуть ли не стрелялись. А ей было все равно. Прям-таки все равно. Мне нужно навестить Павла с малышкой. Варвара сказала, что кто-то влез к ним в дом. Здесь всегда черт знает, что происходит. А злые языки утверждают, что все началось с вашего приезда. Так и есть. А вы не боитесь ходить одна? Я слишком давно одна, чтобы чего-то бояться. Были на пристани. Дохлый номер. Каков Мотька, а? Свинью нам подложил с этой яхтой. Какие у вас новости? А у нас в основном старости. Вот, автор детективов интересуется Вероникой. Моя версия оказалась несостоятельной. Может быть, у вас есть какая-то? Все, целую, порхнула. Нет у нас никаких версий. Кроме одной? О мертвых либо хорошо. Либо ничего. Удивительное единение старых друзей. Каждый из вас думает так же. Либо ничего, кроме правды. А правда в том, что мы предпочитаем жить сегодняшним днем. Прошлое все равно не изменишь. Может быть, это поможет. Эй! Гений, давай бросай свою камеру, зашиваемся без тебя. Каждый человек на счету. Сейчас, 3 минуты. Ты уже целый день от нее не отлипает. Матвей. Леонид. А вот и я. Привет. А это... Ну и где же наш костер? А, Паш? Скоро будет. Вероника и... Настя. Давай подержу. А ты разве не знаешь? Кто возьмет русалкин гребень, никогда ее не забудет. И несчастным будет. Всю жизнь. Да ладно заливать-то. Ты же этот гребень в нашем магазине купила за 20 рублей. Это Ольга? Хочу костер. И купаться голышом в России. Ну или что там еще делать на день Ивана Купала, чтобы повысить девичья улыбка. А повысить чего? Привлекательность. В глазах противоположного пола. Ну куда ж повышать-то, да, Паш? Ребят, вы чего? Успокойтесь. Камеру убрал. На нашей с тобой свадьбе. Красиво, правда? Очень реалистично. Как в жизни. Ну-ка, марш обедать. Тетя Настя такой мировой супчик сочинила. Здравствуйте. Здрасте. Маруся нашлась? Нет, но нашлось кое-что другое. Это ваше? Иди к Насте, я скоро. На, это тебе после еды. Пообедаешь с нами? Я сыта. Я сыта вашим враньем и недоговорками.
Враньем? С кем встречалась Вероника тогда? На тот момент она была невестой Матвея. Но это в любой момент могло измениться? Я не знаю. Почему тогда, накануне вечером, Матвей подрался с Ленчиком? Привет. Давно тебя не видела. А где наша Муся? Может, ты знаешь? Только не говорите, что просто прогуливались. Целенаправленно искала вас. Значит, у меня появились шансы? Увы. Хотя после пропажи яхты вы стали симпатичнее. Что будете делать, если ее не найдете? Замучу какую-нибудь долгоиграющую франшизу по одному из ваших романов, страшно разбогатею и куплю самолет. Ничего против франшизы не имеете? И против самолета тоже, только все мои персонажи совершенно психически ненормальные и редко доживают до финала, а на остальных и заморачиваться не стоит. Я все же рискну. Я всегда добиваюсь своего. Прям-таки всегда? А невесту упустили? Если бы я не был циником, сказал бы, что вы стерва. Ну, это моя самая щадящая характеристика. Но я не по поводу смерти Вероники, а по поводу ее измены. Дела давно минувших дней. Прям-таки минувших, но вы здесь. Послушайте, вы не единственная стерва и вряд ли такая расчетливая, как Вероника. Я подозревала бы ее интрижки с Ленчиком. Да, она особо и не скрывала. Оставаясь вашей невестой? Мой отец был крупным бизнесменом, и в то лето он обанкротился. Так что наш разрыв был предрешен. Она переключилась на Леонида? Почему нет? Ленчик красавец. Парень с окраин, конечно, но зато с отличными перспективами в большом спорте. А разве он в то время не был уже женат на Ольге? Нет. Но даже если и был бы, что бы это меняло? Вероника была красавица, каких я больше... Каких мало. Каких вы больше не встречали? Не исключаю, что и Ленчик был в нее влюблен. Но вот только бы, если их роман выплыл наружу, это стоило бы ему карьеры. Почему? Ольгин отец. В те годы он был главой спортивного комитета. Уровень – бог. Еще вопросы есть? Еще вопросов нет. Год, июль. Похоже, время здесь остановилось. А вы что делали в 2012 году в июле месяц? Ждала конца света. А вы что делали в ночь убийства Вероники? Сочинительница детективов решила поиграть в следователя. Расхожий сюжет. В ту ночь мы с Ленчиком, с моим будущим мужем, провели в одной палатке. Подробности я пущу, с вашего позволения.
Подробности? Например, то, что его в палатке не было? Фиговый из вас следователь. А каково это? Любить без взаимности, обеспечить возлюбленному алиби и держать его этим всю жизнь. Старой тайной. А вы разве не знаете, каково это, Агата? Что здесь происходит? Ух! Российский спутник с грибами и ящерицами стал неуправляемым. Кошмар. Как вы думаете, Леонид, чем это чревато? Я думаю, что лучше вам от нас отвязаться. Держитесь подальше от моей жены. Я могу хоть в Салехард отправиться, но видеть меньше не стану. Вы несчастливы в браке и держитесь почему-то друг за друга. И не пытаетесь стать счастливее с кем-то другим. Послушайте. Вы ничего не знаете. Вы и понятия не имеете. Может быть. Но я знаю точно, что из-за вашей тайны могут убить еще одну девушку, которая ни в чем не виновата и которая мне очень дорога. Когда-то мне тоже была дорога одна девушка. Та, о которой нельзя вспоминать. Не вспоминать не означает не помнить. Вот что я вам скажу. Я любил Нику. Я по-настоящему ее любил. Как вы там выразились? Даже не пытаясь быть счастливым с кем-то другим? Так вот, я могу быть счастлив с ней. Я сейчас это понимаю. Тогда я выбрал карьеру. Должен был выбрать любовь. Понимаете? Ни дня не проходит, чтобы я не думал об этом. Ольга верная женщина, и лучше мечтать нельзя. Я не испытываю к ней сотой доли того, что чувствовал к Нике и тысячной. Ольга, единственная женщина в моей жизни была и остается. Когда жизнь дает тебе все, нет никакого смысла все разрушать. А вот и ребята пришли. Прогулялись по памятным местам. Да. С другой стороны, как один. Все друзья собрались. Прекрасно. А знаете, зачем вы сюда приехали? Чтобы узнать что-то новое о смерти Вероники. О, нет. Мы просто очень давно друг друга не видели. А прошлое? Мы о нем забыли? Забыли. Настолько, что помните, где она сидела на последней партии окна. Браво, Шерлок. А знаете, что самое удивительное? То, что вы искали, то важное. Вас было под самым носом. Улика была запечатлена на кассете у вашего приятеля-доктора. Увидеть ее можно за 5 секунд, а найти можно за 2 часа. И вы нашли? Да, я в этом большой специалист. Доктор не даст соврать. А вы думали, убийца заглянул на поздний ужин? Надеялась, если честно. Тогда давайте ждать его вместе.
лифт срабатывает один раз, а не в этой истории. Нет ведь никакой улики, так? Нет времени. Семен дал мне сутки на поиск настоящего убийцы, а иначе Муся... Это неправильно. Неправильно. Неправильно, что дочь ваша сейчас одна, идите к ней. С ней все в порядке, она с Настей. Да, я забыла. Старая школьная любовь не ржавеет. Она вас любит, почему вы расстались? Я не намерен это обсуждать. Вас это не касается. А, да, точно, я задаю слишком много вопросов. Стойте! Я хочу увидеть место, где нашли мертвую Веронику. Проводите меня. Ну вот, здесь это и произошло.